Обильные снегопады этой зимой чуть ли не ежедневно испытывали на прочность технику и сотрудников служб по уборке города. С приходом весны хлопот не убавилось. С наступлением плюсовых температур одна из основных задач – предотвратить затопление дорог и близлежащих к магистралям зданий. Для этого необходимо привести в порядок ливневую канализацию. Лед достаточно твердый, за осень, за зиму забивается дождеприемный колодец именно льдом. И поэтому очищаем и прогреваем горячей водой. Есть смысл, чтобы труба внизу, перепускная труба и сам колодец были очищены именно от льда, чтобы они приняли потом холодную талую воду. Зона ответственности большая, почти 2500 городских колодцев. С 1 марта и до сегодняшнего дня из ледяного плена освободили уже половину. Единственная проблема у нас на тех участках, где сети ливневой канализации отсутствуют. Там происходит в основном подтопление. В связи с этим будут проводиться дополнительные мероприятия по откачке данных территорий. После промывки специалисты промониторят состояние коллекторов. Все работы обещают завершить до конца месяца. Вячеслав Ватутин, Владимир Котегов, Урал-1.